По поводу отключения газа могу сообщить следующее. Значит, в связи с понижением температуры окружающего воздуха в Кыргызской республике начался интенсивный процесс выделения влаги из газа. И, соответственно, у нас эта влага стала появляться на предохранительных запорных клапанах на ГРП и скапливаться в нижних точках газораспределительной системы города Бишкек. Мы знаем, что на сегодняшний день у нас страдают жители и абоненты нашего района Маевки, значит, район жилмассивов Акоргу, Акордо, Алатоу. Значит, хочу сказать, что нами на сегодняшний день предпринимаются следующие действия. Значит, в районе Маевки между улицами Баталиева и Манаса, значит, на сегодняшний день вот буквально сейчас проходят работы по врезке конденсата-сборника, посредством которого будет собираться вот эта выделившаяся влага из газопроводов. Далее, на следующей неделе мы планируем установить такой же конденсата-сборник в районе Алатова, между железной дорогой и жилмассивом Алатова. Вместе с тем, нами на сегодняшний день сформировано 5 аварийных бригад, которые выезжают вот по всем фактам отключения. Понятно, что мы немного не успеваем, но я хочу заверить наших абонентов, что в течение 3-5 дней мы эту ситуацию выправим. И хочу принести извинения за оказанные неудобства нашим абонентам. Вместе с тем хочу вас попросить, значит, по возможности, у кого есть альтернативные виды топлива, значит, эти дни буквально воспользоваться этими видами топлива. Еще раз хочу сказать, что газ будет через 5 дней примерно подаваться без перебоев. А в других районах еще газ будет отключен? В других районах города у нас эта ситуация не наблюдается. Вот конденсирование влаги как раз происходит в нижних частях города или в самых нижних точках газопроводов по районам. Значит, вот у нас пока такие группы риска, это вот, я еще раз повторю, Алатоу жилмассив, Акорго, Маевка и район Кызыласкира и Пишпека. Вот по всем этим районам мы работаем, я думаю, ситуацию выправим. В ближайшее время. Вот, подготовки к ОЗП в целом как? В рамках подготовки к ОЗП у нас выполнены все мероприятия. Ну вот вы можете видеть, что по территории республики на сегодняшний день, как на юге, так и на севере, перерывов с газоснабжением нет. Значит, в городе Токмак у нас вообще вопросов нет. По Чуйской области в зоне действия филиала Чуйгаз то же самое, вопросов нет. Просто у нас резко начался отбор газа по населению города Бишкек, вот в этих районах. Но если уж говорить языком физики, произошло резкое конденсирование влаги, то есть ее выделение, в связи с увеличением скорости потока в трубопроводах. Вот, я думаю, еще раз говорю, заверяю, что мы эту ситуацию выправим в ближайшие дни. Спасибо.